Жители многоэтажки в микрорайоне Парковой наконец получили тепло и горячую воду спустя почти месяц после старта отопительного сезона. Там дело не в аварии, а в застройщике, который заселил людей в неготовый дом. Его заставили дать отопление благодаря вмешательству депутата Госдумы и администрации Челябинска. Историю жильцов дома 51 по улице Бейвеля мы рассказывали на прошлой неделе. Причиной срыва сроков подачи тепла стало халатное отношение застройщика, который заселил людей в недостроенный дом. Новые квартиры оказались отрезаны от отопления и горячей воды. Внутри не работали лифты, жильцам приходилось подниматься на 16 этаж пешком и тащить на себе коляску с ребенком или тяжелые сумки из магазина. Тогда люди обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. И вот спустя неделю жильцы могут убрать обогреватели и теплые пледы в шкаф. Мы выехали на место, значит, разбирались в этой ситуации. Включилась администрация города, очень сильно помогли нам, значит, коллеги из администрации города. В итоге удалось оперативно решить эту проблему, добиться того, чтобы людям дали тепло. Добавлю, что ситуацию с домом, помимо парламентария, держат на контроле администрация Челябинска и прокуратура.